32-летняя Настя Каменских призналась, что редко видится со своим мужем, 38-летним Алексеем Потапенко, Потап. У супругов разные жизненные ритмы. Влюбленные сыграли свадьбу в мае прошлого года. У пары сложились отличные отношения с родителями друг друга, несмотря на утверждения хейтеров. Настю обвиняли в том, что она увела рэпера из семьи, но родители Потапа быстро подружились с его избранницей. «Мы в прекрасных отношениях. Они вот как раз должны приехать к нам в гости вместе с моей мамой. Звонили мне и рассказывали, как сильно по нам скучают. У Лёши с моей мамой вообще большая любовь», — поделилась Каменских. Бывшая жена Потапа, Ирина Горовая, даже была на свадьбе музыканта и его возлюбленной. Супруги стараются все свободное время проводить вместе, но им это удается не так часто. «У нас с Лёшей не совпадают графики. Я, например, всегда ложусь спать где-то в 9 вечера. Вчера и позавчера Лёша пришел очень поздно, поэтому мы с ним не виделись. Он может меня разбудить, поцеловать, но на этом все. Да, это сложно, но мы же очень много работаем», — рассказала Настя в эфире шоу «11 подруг Черновола». Артистка призналась поклонникам, бегает по утрам. Звезда поделилась советами для тех, кто хочет последовать ее примеру. Настя призвала внимательно слушать свое тело, ставить определенные цели и не забывать сочетать бег с силовыми нагрузками. Недавно загорелая Каменских в бикини на пляже смутила мужчин. Певица откровенно рассказала об интимной жизни с мужем. Брюнетка стала звездой мексиканского Playboy.